отследили крупные инвестиции в проект на Балканах под кодовым названием «Черная акула». Он имеет прямое отношение к небоскребу, с которым вы уже имели дело. Не хочется опять гоняться за Обероном все 20 этажей, поэтому взорвите эту высотку прямо сейчас. Осмотрим на его лицо, когда куча денег превратится в пыль. Все просто. Нейтрализуйте цели и доберитесь до лифта. Вперед! Ваша задача – установить заряды на опоры, подняться на крышу и покинуть здание. Если все сделать быстро, проблем не будет. Начинайте ставить заряды со следующего этажа. Thank you.
Установите заряды. Осталось поставить еще несколько, и тогда эта чертова акула сложится как карточный домик. Мы до сих пор не знаем, почему Оберон решил построить небоскреб в этой глуши. Пригодится любая информация, в том числе с ноутбуков и терминалов. Даже выше происходит что-то странное. Какие-то звуки. Черт, противник! Есть что-то ценное. Хорошо, теперь к лифту, продолжайте установку зарядов, а мы пока займемся расшифровкой файлов. Похоже, Оберон понятия не имеет, как управлять этими тварями. Помните прошлую операцию? Ученые Блэквуд напортачились сигналом. В итоге так называемые суперсолдаты превратились в чудовищ и уничтожили базу, а потом и окрестные деревни. С тех пор ничего не изменилось. Оставайтесь в центре, бойцы. В темноту лучше не соваться. Выдвигаемся. Вперед! Держись рядом! Thank you.
этаж. Внимание! Нам удалось расшифровать файлы. Черная акула — это не небоскреб, а гигантский передатчик. Он может транслировать четкий сигнал на тысячи километров. Если Блэквуд закончит работу, мы будем сражаться с этими тварями по всей Европе. Я просто мечтаю увидеть, как это здание развалится на части. Вам нужно зачистить еще один этаж. Ah!